Всем салют, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Мега Всекавщина. И сегодня у нас будет обзор модели мотоцикла от фирмы Маиста в масштабе 1:18 вроде как. И довольно-таки необычная серия, ни разу она мне еще до этого не попадалась. Серия Маиста Дизайн, серия авторитет, наверное, полицейские мотоциклы. Первый раз мне попался просто мотоцикл попался из этой серии. Выглядит довольно-таки интересно. Ни разу не встречал. Не знаю, возможно, какая-то новая или перезапуск какой-то старой серии. Но, тем не менее, выглядит довольно-таки интересно. Мотоцикл у нас там BMW R1200RT в полицейской версии такой. Судя по надписи, наверное, это Германия или Австрия. Я так предполагаю. Дизайн упаковочки тоже такой стилизованный. Все смотрится довольно-таки неплохо. Цветная полиграфия. Все выглядит довольно-таки здорово. Так. Хоть у нас тут мотоцикл BMW, но почему-то лицензия Yamaha. Непонятно, но ради бога пусть будет. Ну, оформление, да? Немного другое по сравнению, скажем так, с классическими сериями. Но блистер, в принципе, коробочка по размерам, габаритам довольно-таки стандартненькая. Мотоцикл показался мне довольно-таки интересным. Давайте достанем. Посмотрим, что у нас здесь. Так. Все выглядит, кстати, довольно-таки неплохо. Пока что немножко пыли. Ну, куда же без нее. Так, мотоцикл у нас на пластиковом таком подиуме. Кстати, маистских, по-моему, мотоциклов в 18 масштабе у меня еще не было, если я не ошибаюсь. Будет вдвойне интересно посмотреть, что на данном рынке производит у нас Маиста. Так, ну, подиум у нас, в принципе, классика, на одном шурупчике. Это что, номер модели? Не уверен. Ну да ладно. Мотоцикл прикручен. Подставочка, ну, как плюс, так и минус. С подставочкой, то есть, место на полке у нас такие модели занимают гораздо больше, но зато вид, скажем так, немного посолидней. Вот, ну, скручивать я, пожалуй, не буду, там особо ничего интересного показывать нечего. Давайте просто сразу посмотрим на модель мотоцикла. Выглядит она очень-очень даже неплохо. Так, ну, пойдем по порядочку. Так, что у нас тут по колесам? Покрышечки резиновые, все как полагается. Вилка у нас поворотная. Вот. Ну, кстати, смотрится очень даже интересно. Покраска такая, ну, с виду простенькая, но, как говорится, тут цвета такие классические для полицейской версии. Белый, металлик, синий. Вот. Ну, сразу бросается в глаза, что это все-таки у нас, скажем так, спецмотоцикл для сопровождения или для дорожной службы, возможно. Потому что тут у нас и дуги безопасности. Сразу бросается в глаза, тут у нас огнетушитель, кофры, опять же, мигалка присутствует. И, в принципе, даже если бы, допустим, это был такой обычный заурядненький мотоцикл, то данная спецверсия, скажем, довольно-таки здорово отличается от базовой комплектации. Так, ну, в принципе, пока даже все очень даже неплохо. У нас тормозные колодочки есть. Все сделано отдельными элементами. Колеса, да, тут хрома тут как такового нет, но, опять же, мотоцикл более-менее, скажем так, современный. Просто куча пластика. В принципе, все соответствует действительности. Вот. Ну, отдельные элементы, тем не менее, у нас прокрашены. Есть покрасочка отдельных элементов двигателя. Серебром, скажем так, серебряночкой подмалевали. Опять же, надписи все читаются. Огнетушитель не забыли покрасить в красный цвет. Смотрится довольно-таки неплохо. Опять же, затрудняюсь ответить. Так, что у нас здесь из металлических частей? Ну, вот точно бак, вот этот вот. Все остальное, вроде бы вот эти кофры, все это пластиковое.
Возможно, какие-то элементы рамы еще внутри есть металлические, но в этом не уверен, утверждать не буду. Так, так. Давайте посмотрим, что у нас здесь по передней части. Немного отсвечивает, но тем не менее выглядит все очень-очень круто. Сразу обратите внимание на боковые зеркала. Как и полагается, тут они с такими, судя по всему, светодиодными мигалочками. Ну, здесь просто эта красочка сделана. Огромный такой ветровик с надписью «Полиция». Ну, это, наверное, что-то Австрия или Германия. Не буду утверждать, но просто предполагаю. Вот, сразу, скажем так, огромный минус – это по фарам. Здесь, ну, просто пусто, я думаю. Ярко и четко видно. Никакой даже имитации не сделаю. Да, прозрачная вставочка – это хорошо, но когда там сзади что-то есть, это гораздо лучше. Просто хотя бы могли бы что-нибудь нарисовать, но не решили не затруднять себя. Ладно, тем не менее. Зато, как видите, вилочка, хоть ее даже не видно, покрашена тоже выделенным цветом. Парадокс? Парадокс. Вот. Ну, мордах, в принципе, такая довольно-таки симпатичная. Опять же, видим, что это не стандартный мотоцикл, а спецмотоцикл. Смотрится довольно-таки круто, даже несмотря на то, что... Ну, я скажу, это, как по мне, это косяк с фарами. Сделали, да, отвалите. Так, вторая сторона у нас, в принципе, аналогична. Ну, кстати, у нас здесь с этой стороны подножечка. Ну, думаю, стоять на нее будет без проблем. Она полностью функциональная. Вторая сторона у нас полностью практически аналогична первой, но тут у нас нет подвесного огнетушителя. Тоже внимание к деталям, как видите. А может быть и должен быть, не знаю. Вот. Но в целом сделано очень даже неплохо. Так, кстати, да. Заднее колесо у нас подпружинено. Все как полагается. Мотоцикл такой довольно-таки габаритный по размерам, но это опять же из-за всевозможных обвесов. Ну, плюс это BMW еще. У них модели сами по себе довольно-таки, скажем так, крупные. Крупные. Вот. Но в целом выглядит довольно-таки неплохо. Опять же, повторюсь, у меня нет вообще полицейских мотоциклов. И такой серии я вообще, с такой серией я вообще первый раз сталкиваюсь. Поэтому мне пока что все нравится, несмотря даже на какие-то такие недочетики. Так, по задней части. Опять же, что мы тут видим? Номерочек стандартненький. Синие, опять же, какие-то поблесковые маячки. Естественно, тут у нас сама мигалка. Эмблемка. BMW на сиденье есть, но... Плохо различаемая, очень мелкая. Ну, тем не менее. Габариты. У нас здесь просто такой серебряночкой сделано. Якобы какая-то подсветка должна быть. Ну, тут, в принципе, у всех производителей с задними габаритами в основном проблемы всегда. Вот, ну, смотрится неплохо. Выхлоп у нас здесь только с одной стороны. Довольно-таки все симпатично выглядит. Так, давайте. Ну, сверху тут особо показывать нечего. Как полагается, это одноместный мотоцикл. Вот, по приборочке. Извиняюсь, я сразу ошибся. Вот эти вот, то, что я сначала принял за зеркала. Нифига, это именно проблесковые маячки, потому что зеркала у нас здесь вот такие вот огромные уши, на них вот наклеечки зеркал присутствуют. А это чисто, скажем так, проблесковые маячки, судя по всему. Вот. Ну, приборная панель, в принципе, у нас, судя по всему, электронная, как полагается, как на космическом корабле. Руль, отдельные элементы выделены, покрашены. Ну, приборчик простенький, но тем не менее есть. Вот. Да неплохо, в принципе, смотрится. Мне, в принципе, как из-за того, что, скажем так, это для меня это новинка из данной серии. Мне, в принципе, мотоцикл очень даже понравился. Много различных мелких деталей, мелких нюансов учтено.
смотрится довольно-таки не дурно, за исключением некоторых мелких, ну, может быть, не мелких, явно бросающихся в глаза косячков, вот, типа вот этой фары. И немного, конечно, тут у нас присутствуют вот на этих кофрах такие зазоры. Я не думаю, что они открываются. Да. Ну, просто трещина в пластике. Так же, как и вот зазоры между баком и вот этим вот корпусом. Но это, в принципе, нормальное явление даже для различных спортбайков. Модели их, ну, там косяк это довольно-таки часто, скажем так, встречается. В целом, что хочу сказать. Данная серия, в принципе, будет довольно-таки интересно взять что-то, если еще что-то попадется в продажу, возьму обязательно. Довольно-таки она меня сильно заинтересовала. Хоть я в продаже ничего больше не встречал, кроме вот этого мотоцикла. По цене брал я, по-моему, за 500 рублей. Вот, цена очень даже приятная. Сейчас за такие деньги в 18 масштабе мотоцикл практически нереально найти. Вот, к покупочке однозначно рекомендую. Кто увлекается мототемой, прям отличное и необычное, скажем так, приобретение будет на полочку. Мне, в принципе, здесь все понравилось. Такой получился обзорчик. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте ваши комментарии по поводу данной модели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Адекватная критика всегда приветствуется. До скорых встреч, увидимся на канале.